Воплощенные мечты двух гениев 20 века итальянцы представили в Екатеринбурге в Музее архитектуры и дизайна. В зале справа расположилась вселенная Оливетти, человека, сделавшего именную пишущую машинку символом наивысшего качества и стиля. Инженер-новатор грезил о создании вокруг фабрики особого пространства, идеального города, в котором должны связываться воедино пейзаж, промышленность, архитектура, социальное удобство и ответственность. Свои мечты он осуществил в середине прошлого века в родном городке Иврея, который сегодня включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие Оливетти крайне важно для понимания того, как можно выстраивать отношения между человеком и территорией, обществом и культурным имиджем. Созданный им город – это еще и прекрасное свидетельство, как это работает в действительности, и пример того, что одному просвещенному человеку вполне под силу улучшить территорию, где он живет, пейзаж и жизнь всего общества.